сначала она. Я тебя чувствую, горел, он же пах. Опа! Опа! Раз девушка ушла, вот места очень много, я предлагаю выехать. Сам предложил за руль сесть. Я не сажусь в чужую машину. Нет, надо мою машину выходить. Я при вас. А какие проблемы-то? Так вот, место. Смотрите, сколько места. Так, давайте не будем. Давайте не будем. А вы почему матом ругаете? Потому что вы заебали, понятно? Да вы что, серьезно? Да. А как вас зовут? Хочешь со мной познакомиться? Марфа Васильевна. Марфа Васильевна? Да. У вас очень красивое русское имя, Марфа Васильевна. Я сейчас возьму биту, и у вас будет очень хорошая машина. Серьезно? Да. Ну, давайте. Куда вы? Я почему должна ебаться, блядь, из-за какой-то нахуй? Я не предлагаю вам ебаться, я предлагаю вам выехать. Стоят, блядь, два мужика, парковаться не умеют, да как? Так тут можно выехать. Почему я должна тратить время вот такими вот методами? Да вы больше времени не тратите. Не ругайтесь, пожалуйста. Я же не называю вашу машину. Да, блядь, была бы я мужиком, я тебе так бы ебала сейчас, размозжила бы, блядь, об асфальт. Ну, была бы ты мужиком, я с тобой так не разговаривал. Естественно, ты бы вообще молчал и лежал бы в больнице в реанимации. Серьезно? Ну, что сейчас нервы доходят? Давайте выйдем, да и все. Какие проблемы-то? А ты что, блядь, язык-то в жопу-то засунул? А зачем? Мы не ругаемся. Они не отъедут все равно. Что толку доругаться, если они не отъедут? Почему-то другие все нормально встают, блядь. Ну вы из этого офиса, блядь, встаете как хозяева здесь, а? Мы не из этого офиса. Да и слава богу, что не из этого, ну вы сюда приходите. Вы нас простите, пожалуйста. Ну вы не нервничайте так, ничего такого в этом нет. Да вы заебали, потому что, понимаешь, вы не первый, который так ставит свое корыто, блядь. Она не права же. Ну, за второй раз уже так. Давайте, права, не права, вы просто и все. Никаких может проблем. Быть, это вы просто съебнетесь отсюда, блядь, вместе со своей машиной. А давайте мы не будем вот так вот разговаривать. Да. Будем поспокойнее. Я же вежливо. Приезжайте, в смысле? Туда, блядь, это общественная машину. Территория, правильно? Так нехуй сюда ставить, территория вот этого здания, а можно там, выражаться они без здесь. Этих, а можно есть выражаться без этих слов? Дома. А можно выражаться без этих нельзя. Слов? Нельзя. А почему? Не умею. Не с утра, но... не в духе. Не в духе, да? Ну, не в духе, да. Ну давайте. Давайте. Расстанемся друзьями. Не надо, давайте.